Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал «Делаем модель парусника». Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. А кто еще не подписался, подписывайтесь, я вам буду благодарен. И прежде чем начать очередной ролик, я хочу поблагодарить всех своих подписчиков уважаемых с тем, что у меня свершился переход через Рубикон, то есть через 1000 подписчиков. Большое вам спасибо, от души всех благодарю и желаю всего самого доброго. В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать еще несколько элементов подготовки паруса, окончательно, так сказать, завершения его. Как вы видите, парус у меня уже обшит ликтросом с необходимыми кренгельсами, согласно чертежа, и также я вшил рифсезни. Я постараюсь сегодня закончить цикл видео об парусах, поэтому буду рассказывать по порядочку и попробую уложиться, чтобы не долго занимать ваше внимание. Итак, значит, следующим этапом работы с парусом это необходимо кончики рифсезней схватить клеем. Почему? Потому что, как вы видите, некоторые из них уже начинают распушиваться. Вот как здесь вот разошелся, вот здесь вот где-то видел. Вот два. Значит, этого допускать нельзя. Тем более парус у нас будет подвергаться еще покраски, и они могут распушиться совершенно, дойти, то есть до основания. Как я это делаю? Я делаю это с помощью цианакрилата. Очень просто. Наношу на кончик капельку клея. Раз, раз. Его хватает даже на несколько. Если он прихватится клеем, распускаться он уже ни за что не будет. Конечно, надо стараться, чтобы клей не попал на сам парус, потому что будет пятно. И вот таким образом все остальные рифсезни с обратной стороны тоже так же я пройдусь. То есть сложности практически никакой не представляет. Просто аккуратненько это сделать и все нормально. Итак, прошелся я по всем. То, что они торчат в сторону в такой вот хаотической неразберихе, это пусть вас не смущает сильно. Сейчас будем приводить их в порядок. И первым делом нам необходимо сделать это их обрезать на одинаковую длину. Одинаковая длина, это у нас согласно чертежа, где-то составляет 1 сантиметр. Как я это делаю? Я из обычной, израсходованной ампулы шариковой ручки отрезаю кусочек, который равен как раз вот этому вот сантиметру. Вот так. И опять же этот кусочек привязываю к этой же ампуле. А потом все просто. Потом все просто. Завожу сюда, завел. Кончик выглядывает по уровню, откусил. Он как раз схвачен уже цианакрилатом, поэтому откусывается очень хорошо. Откусил. И вот в таком же порядке. Теперь все рифсезни будут иметь одинаковую длину.
Ну вот, все рефсезни у нас обрезаны на одинаковую длину. Может, правда, случиться так, что некоторые кончики оказались обрезаны ниже, чем был схвачен край цианакрилатом. Значит, надо его подправить. А видно очень просто взять на освещение, направить, и видно, если цианакрилат, то кончик будет чуть-чуть темнее. Ну вот, все. После того, как концы с обоих сторон, естественно, обрезаны, следующим этапом это необходимо провести покраску паруса. Покраску паруса я произвожу с помощью обычного чая. Завариваю чай где-то из расчета 1 пакетик черного чая на 200 грамм воды. В зависимости от количества парусов можно прикинуть, какое количество воды необходимо, и желательно найти плоскую посудину, в которую налить этот чай, чтобы паруса уложить ровненько. Они, правда, могут и ложиться друг на друга, но чтобы они вот так вот не складывались где-то там, как в стакане. Почему? Потому что могут быть разводы. Значит, я вам, чтобы не удлинять процесс видеосъемки, потому как у меня паруса еще следующие не подготовлены, то есть не прошит электросом, я вам покажу на отдельном клочке ткани, из которых я шил паруса, как я это делаю. Делаю крашу. После того, как паруса будут покрашены, а я вам покажу на непокрашенном, как я выравниваю эти рифсезни. Итак, следующий этап показываю — покраска паруса. Ну вот, как вы видите, я заварил чай. Вот такого вот он цвета, достаточно темный. И бросаю туда, он еще теплый, и бросаю туда, для примера вам, кусочек ткани. Погружаю вниз. Еще раз говорю, что желательно, чтобы ткань не была сложена складками. И оставляю минут на 10. Значит, естественно, что в зависимости от того, какой вам цвет нравится паруса, более светлый или более насыщенный, темный, экспериментально можете попробовать, сколько времени вам продержать эту ткань в чае. Вот видите, он уже начинает закрашиваться. Оставляю этот клочок в чае. А дальше вам буду рассказывать, как я выпрямляю рифсезни. Ну вот, как вы видите, часть рифсезни уже приняла естественную форму. Они как бы свисают вниз. Парус будет находиться вот в таком положении. Остальные топорщатся. Значит, я делаю это так, с помощью утюга и пинцета. Еще раз вам напоминаю, что эту операцию необходимо проводить после покраски паруса. Здесь я вам просто показываю, как я это делаю. Направляю вниз и утюжком прохожусь. Направляю вниз и утюжком прохожусь. Конечно, все это надо делать так, чтобы не прожечь утюгом парус. После того, как парус будет покрашен, рифсезни будут расправлены в нужном направлении, можно считать, что парус готов к установке на рангоут модели парусника. Вот так. Все, как вы видите,
нормально получилось и, я считаю, красиво. Можно еще подправить там кое-где, но, в принципе, вот таким вот образом нормально. Прошло 10 минут, достаю ткань. Ткань покрасилась равномерно, нормально. Сейчас я прополощу ее в проточной холодной воде, разглажу и покажу вам результат. Ну вот вы видите кусочек покрашенной ткани. Таким же образом я буду красить свои паруса на модель бота «Святой Гавриил». Я думаю, цвет вполне нормальный, такой мне нравится. Бежевый равномерный цвет. На этом цикл видео о изготовлении парусов я заканчиваю. Надеюсь, что эти видео будут вам полезны, если кто пойдет таким же путем изготовления парусов. Спасибо тем, кто посмотрел. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем всего доброго и удачи!